Здравствуйте, на обзоре ноутбук Acer. Процессор такой. Так, имеется раз засвет, два засвета, 16 оперативки. Так, не работает тачпад. Видеокарта вот такая. Клавиатура вся работает. Так, динамика работает. Сейчас поиграем в Call of Duty. Нормально. Тащит. Короче, как-то так. Греется, в принципе, в пределах нормы. Что, все показал? Да, сейчас еще иду запустим, покажем, что там с аккумулятором. С аккумулятором вообще непонятная ситуация. Он вроде держит, но не показывает, что заряд у него идет. Ну, то есть не набирает заряд. Так что устро работает вообще. У нее SSD, кстати. Кстати, сейчас посмотрим. Ну открывай характеристики. Компьютер. Так что? Свойства хочешь сделать? Не-не-не-не, зачем? Вот здесь в AIDE открой. Электропитание. Степень износа 100%. Изношен аккумулятор. Суммарная. Вниз. Погоди. Чуть повыше. Нет, SATA обычно стоит на 500. Так, все? Почти. Еще визуальное состояние. Кнопки не затерты. Все на месте, все работают. Крышка.
принципе, все. Ну и зарядка его.